Problema transnistreană trebuie rezolvată cât mai curând spre binele tuturor, este opinia Kievului exprimată de consilierul șefului biroului președintelui ucrainean, Mihailo Podoleac. Acesta a mărturisit că Ucraina nu înțelege poziția Chișinăului în această chestiune sensibilă. Riscurile cresc. Transnistria astăzi începe să se manifeste ca o enclavă teroristă, a spus Mihailo Podoleac. Declarațiile au fost făcute într-un interviu exclusiv acordat trimisului nostru special în Ucraina, Dumitru Garcaliuc. Необходимо понимать, что придется в любом случае принимать определенные решения для того, чтобы Россия не имела плацдарма для атаки Молдовы. Вот Приднестровье в сегодняшнем виде, то есть которое начинает вот проявлять себя именно как террористический анклав, это большие риски для Молдовы. Мы это понимали и вчера, и позавчера, тем более мы это понимаем сегодня. Молдова должна принять, возможно, в консультациях с своими партнерами, должна принять определенное будет юридическое решение по дальнейшему существованию такого анклава, как Приднестровье. Это не то, что рекомендация с моей стороны. Безусловно, Молдова суверенное государство и само может принимать любые решения. Но тем не менее, риски существенно для Молдовы возросли. Какое решение вы имеете? Ну, я не знаю, это Молдова должна решать, для чего у нее существует анклав, который не управляется в рамках международного права. Украина понимает нынешнюю стратегию Молдовы? Нет, мы понимаем, что для Молдовы, конечно, наличие такого анклава чревато рисками, повышенными рисками. Он может втянуть данный регион действительно в какие-то боевые действия. Мы же видим это. Ну, то есть мы же понимаем. Если это произойдет... Если произойдет вторжение с территории Приднестровья на территорию Украины, то, безусловно, Украина будет надлежащим образом защищать свою территорию с максимальным нанесением ущерба группировке, которая будет заходить с территории Приднестровья. Еще раз подчеркиваю, с максимальным. То есть с максимальным уничтожением и сил, и средств, и живых сил, и так далее. Мы считаем, что настолько омерзительна российская армия, настолько омерзительно она себя ведет, воюет на территории Украины, что нету никаких сантиментов, и мы будем максимально жестоко уничтожать все российские представители всех российских вооруженных сил на территории Украины. Republica Moldova nu poate adopta o poziție neutră față de Rusia, zice Podoleac, întrucât rușii nu respectă normativele și tratatele internaționale, promovând o politică expansionistă agresivă. Mihailo Podoleac afirmă că Ucraina nu ia în serios declarațiile Tiraspolului privind atacurile care au avut loc în zonă recent. Sunt niște provocări, consideră consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei. Безусловно, мы абсолютно точно готовы к любому сценарному развитию сюжета в Приднестровье. Мы понимаем, постоянно есть коммуникация с молдавской стороной. Еще раз подчеркиваю, для нас это единственное приемлемое юридическое лицо в данном регионе. И, соответственно, Приднестровье на сегодняшний день может использовать любые заявления. Они не будут нами интерпретироваться как правдивые. Почему вы не лишите гражданства Вадима Красносельского, гражданства Украины? Да. Лишим, если нужно будет. Я не совсем понимаю, почему надо именно так вопрос ставить. Ну, то есть, ну, есть один персонаж, второй персонаж и так далее. То есть, у Украины сегодня есть гораздо более важная задача – выиграть войну Российской Федерации. Ну, я не думаю, что какой-то субъект, один субъект, является достаточно важным элементом в целом в войне. Ну, лишим, если нужно будет. Я не вижу проблемы. И у Малышина также есть собственность в Украине. Почему вы не конфискуете его собственность? А он гражданин Российской Федерации? Гражданин Украины. Да. Смотрите, ну как бы очень странный вопрос. То есть это настолько важно с точки зрения войны против Российской Федерации? Специальные службы Украины, они периодически сейчас работают по всем субъектам, которые так или иначе являются коллаборантами или сотрудничают с коллаборантами, или, условно говоря, оказывают помощь Российской Федерации. Безусловно, все спецслужбы Украины готовят списки по вот разным персонажам. Эти персонажи рано или поздно попадут в то, чтобы либо под санкции попасть, либо иметь конфискованное имущество, если они оказывали помощь, надлежащую помощь Российской Федерации и так далее. Это не вопрос конкретного персонажа. Podoleac a confirmat că Ucraina este în așteptarea armelor promise de partenerii săi externi. De acest factor depinde evoluția războiului. Fără armament greu, Ucraina nu poate începe pe propriile teritorii ofensiva împotriva Rusiei, iar sancțiunile Europei nu sunt suficient de dure pentru a-l opri pe Putin. Dacă ar avea arme, Ucraina ar fi capabilă să-i alunge pe ruși din Europa, a declarat Mihailo Podoleac. Украина доказала, что имеет полное право сама определять, что, как и почему будет происходить на ее территории и с какими условиями Украина готова закончить эту войну.
Украина на сегодняшний день доказывает Европе, что в принципе достаточно жесткое противостояние с Российской Федерацией позволит по-новому сформировать контур безопасности в Европейском Союзе как таково. Oficialul de la Kiev a precizat că negocierile cu Federația Rusă au loc non-stop în format online. Totuși, ofensiva Rusiei amână tot mai mult întrevederea față în față a negociatorilor, care cel mai probabil va avea loc din nou la Istanbul. Ucraina nu va accepta niciun fel de concesii, a declarat Mihailo Podoleac pentru postul nostru de televiziune.